Да, то есть телефон. Ну, подходи поближе. Подходи, сам подходи. Дыши, дыши. Да, он гнется, надо спину ровно держать. Понял, везде надо держать ровно спину. О чем тебе говорят? Везде спину. И дышать. Хороший удар. А внутри. Слабо. Немножко, да? Жесткости чуть-чуть вначале. А мы в конце вот это на расслабленном. То есть, ну, не с ним, как бы, кулак не очень напряжен. А видишь, доходит до этого, до позвоночника. Слушайте слова, текст запоминайте. Это немножко скручиваешь. Да, больше не. Не шарик, блядь. Так, вот этого достаточно вам, да? Сейчас вот смотрите, смотрите, смотрите. Вот только не надо на кулак смотреть, всю картину видите. Всего Михаила Васильевича и всего партнера. А? Стал на кулак смотреть, так страх кровит. Ты так подлетаешь прямо. Женя научил. И понес. Не того ты боялся, да? Чуть-чуть зашел туда. Вот так. Ты его тоже не пускай лишнего. Бояться-то не надо. Люди говорят, он говорит, ну, подставляется сам. Да? Давай. Вот да, уже, знаешь, здравствуй. Без поставления не получается. Ну вот. Вот вам и бесконтактная работа. Да. Нет. Вот я его из-за льва, он допрятался, Он уже Игорек, переведи, скажи, сейчас все ноги пройдут. Сейчас забудет о коленке. Он только по-испански, по-английски. А, если я супруги не... Попробуйте сами.